Это юридический позор. Так жестко глава Белорусской федерации тенниса Сергей Рутенко прокомментировал действия Международной федерации, которая даже не может привести четкие правовые аргументы при остановке членства белорусов в теннисном союзе. Спустя почти год после многократных переносов сроков принятия решения спортивный арбитражный суд оставил в силе постановление ITF и отклонил белорусскую апелляцию. То есть на сегодня членство нашей федерации приостановлено. В командных турнирах участие не принимаем. Юношеские соревнования тоже мимо нас. Но вот принято решение допустить белорусов на Олимпиаду. Пока Виктория Азаренко и Арина Соболенко проходят по рейтингу. В чем логика этих решений, спросили у Сергея Рутенко. На самом деле у них логика давно отсутствует. Они такое ощущение, что сами предпринимают шаги, абсолютно не думая о последствиях. А потом, когда эти последствия наступают, пытаются как-то выкрутиться из этой ситуации. Поэтому давайте логику искать там не будем. Я знаю, в результате голосования там был большой вопрос именно по парному разряду. Но все-таки большинством голосов решили, что разрешить выступление. Ну, очень еще много технических моментов, связанных с выступлениями. Кто будет отправлять заявку, кто будет нести расходы на доставку спортсменов туда, потом непосредственные сборы, подготовка. Еще ничего не известно, и ответов мы не получили. Поэтому пока что находимся. Ну, они хоть с нами начали общаться, потому что до самого этого процесса абсолютно хамское и неуважительное отношение со стороны Международной Федерации. Теперь оно меняется, и с нами мы их заставим с нами считаться.